Здравствуйте. Хочу сегодня вам, ну как вам и себе тоже, поставить вот такую вот грамм-пластинку. Ну это не грамм-пластинка, а это, видите, «Привет из Сочи». Были такие когда-то записи на местных звукозаписывающих студиях. Она была клеенная, в каком-то видео у меня было, как они, ну то есть я их показывал. Это фотохудожественное предприятие «Горместпрома», сочинская студия звукозаписи. Стоит печать, фотоателье, как я понял, или фото, что-то там. Предприятие «Горместпрома», город Сочи, контролер номер 9. Черное море. И вот правила пользования пластинкой. Поставить в адаптер новую иголку, притупить ее, проиграв часть фабричной пластинки, не меняя ее положение, производить проигрывание. То есть металлическую иглой проиграть, притупить ее, проиграть вот часть вот такой грамм-пластинки, чтобы она еще немножко притупилась, как я понял, вышла, и тогда после этого можно было проигрывать вот такую грамм-пластинку. Не грамм-пластинку, как это называется, ну, мягкую. То есть в те времена уже, видите, тоже начали, вернее, в Советском Союзе выпускали. Вот один из пейзажей города Сочи. Вот, гостиница «Приморская», «Приморский пляж». Вот оно, все это дело. Так, давайте послушаем. Запись, конечно, по сравнению с, как там написано, фабричной, совсем не та, но все же послушать ради, как это, как эксперимент можно. Подбирал головочки, вернее, как звукосниматели, вот они у меня есть, то есть на вот этой вот более-менее, как мне, например, немножко играет прилично. Поубирал высокие, низкие. Тона очень много высоких при записи. Ну что, давайте поставим ее. Вот. Такая грамм-запись в конце, конечно, под, как это, подпискивала, но, как я понял, ее проигрывали стальной иглой. А, возможно, и запись такая. Спасибо, до свидания.